Всем привет, друзья, с вами Дмитрий, и сегодня мы продолжим четвертую часть прохождения Тинтина Тайны Единорога. Спросите, почему мне пришлось срезать видео, потому что мне хотелось поесть, а мама попросила меня покушать. Если что, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Будьте у меня в ВКонтакте, друзья, мы будем общаться, и мы можем поговорить обо чем. Мне не жалко, мы будем общаться до примерно 100 подписчиков, потому что... Мне придется перестать с вами разговаривать, потому что у него и проблематично. Ладно, продолжим. Так, мы помним в прошлом выпуске, что мы победили Алана, и мы должны снова развернуть единорог. Очень сложно завертан. И снова они свиток. Все у меня. Капитан будет знать, что делать со свитками. Надеюсь. Да. 21N и 41E. Это долгота и широта. И снова нам показывают заставку. Опять. Надо было. Марокко что? Далеко. Я его вижу! Я сам не усмотрел. Я узнаю звук органа. Наверное, уже близко. Что это тоже считается. Должно быть близко. Этот Хэддок так и посадил нас в лужу. Что это было? Крыса, что ли? Что? Стоять! Эй! Сбежал! Он был тут! Да! Ну вот! Стой! Стреляй! Все равно догоню! Чуть позже. Что? Без места! Руки! Мимо! Не двигайся! Выходи немедленно! Тин-тин! Слава богу! То есть, слава богу, ты жив-здоров. О, вы слышали? Публика зовет. Я сейчас вернусь. Не смейте уходить. Тин-тин, это был кошмар. Уходим отсюда. Скорее. У меня все три свитка. Смотрите. 1000 трепангов. Похоже, опять будем в воспоминания играть. Теперь я понял, у меня мышки не играют, а уже тогда без записи. Они лезут через борт! Не шуми! Ну что, Хэддок, посмотрим, как ты держишься на палубе. Как обычно.
обычно, Уилли. Громаньоне, карманский кока напряг, калиптоманы. Получи! Зараза! Жёлтые червяки! Почему у меня не сработала стрелка? Потому что у меня завидовал Уильям. Стрелка уходит за язык. Обживай его с новыми друзьями. Безмозглый кекля! Личные рынды! Прыщи! Криптованный бояк! Резаные корсары! Чтоб тебя! Орангутан! Тысяча шестливых тюлей! Вот безмозглый брюхлоголовый осёл! Ещё пираты к лестнице подбежали. Безмозглый осёл! Жёлтые чарики! Не голома! Больно мне, кстати, вот так. Или мне! Распираться! Безмозглый кегли! Кегли? Мне послушай, безмозглый кегли! Зловонный гиппопота! Эй! Очистить палубу от паразитов! Ты и я один на один, Рекхэм! Проклятие! Кто нам посмел помешать нам? Манеры, Хэда, где твои манеры? Для аудиенции со мной надо выдержать формальности! Это немножко жестокий враг. Гигант! Гигант! Громаньоне! Безмолвно! Резаные корсары! Плевуй! Пирограф! Хулиган! Тут требуется для вот этого высокая реакция. Реакция, чтобы реагировать на то, что происходит вообще. У Хэггета не остается выбора. Давай, давай, взорвем. Нет, почему проще не сжечь его? Прости, мой старый добрый единорог. Вот на этом моменте, как говорил Хэггет, убежал как трус. Прости меня. А ты как жив? Сдохни! Ты же умер. Антропитек! Дилетанты! Ты же умер! Как? Теперь умер. Будь ты проклят, Хэнок! Ты и твои трусливые потомки! Тебе не сбежать! Мы пойдем за тобой! Дойдем до твоего проклятого британского острова! Никчемный шелудивый пес! Капитан! А? Капитан, очнитесь! Что вы сейчас сказали? Что пират сказал вашему предку? А? Проклятый Хэддок!
Нет, потом. Никчемный шелудивый пес? Нет-нет, вы сказали, мы пойдем за тобой. До твоего проклятого Бретонского острова? Точно, вот где надо искать. В Британии, во Франции. Как это, где? Север Франции. Там должен быть тайник вашего предка. Остров или пещера. Здесь. Вы готовы пойти за ним, капитан? Оказывается, ваш предок был не такой уж и трус. Курс на Британь, Тин-Тин. Я тоже согласен. Какая радость не видеть больше Кастафьори. Скорее, капитан! Когда ты ведешь, куда спокойнее. Ура, я вот. Ура! Чудесные виды, должен заметить. Дорога во Францию? Ура! А, куда? Не нажимал не на эту кнопку. Европы ехать. Нет, да? Не будем. Не волнуйтесь. Ехать, самой Европы. Вон там, самолет! Не знаю, радоваться мне или нет. Ничего, капитан. Думаешь, за нами еще гонится? Вы не уверены? Не очень. Тогда поторопимся. На мотоцикле, пожалуй, было бы лучше. Они стреляют в нас! Это нормально, что мы
землей, а не в небе. Осторожно! Камни падают! Его надо, его работа, то есть жить, а не умирать. Долетаю до британского острова и заканчиваем игру. То есть, когда мы приземлимся. Это убежище сэра Фрэнсиса. Мы не сможем сесть на воду. Надо найти площадку. Вон там, на том острове. Сфотографируйте место, капитан. Вот моя камера. С ракурса нет. Не могу снять. Смотри, Алан и его люди тоже здесь. Когда спустимся? Не сейчас. Они там повсюду. Мы должны осмотреть остров и сделать фотографии. Туда! Где они? Ищите! Точно! Надо найти их надувные лодки. Подойдем поближе. Осторожней! Готовьтесь, капитан! Нет! Давай, собери! Это уже первая пропасть. Чего бы взять без этого и сделать пропасть? Где они? Что, гуманитаристы? Поверни чуток! С курса сошел! В этом были медленно. Медленно и спокойно.
машины садимся. Я так сам стану репортером. Свободны, мы можем летать или осматривать карту. Добавок. И это почувствовал смертоносный бал. У тебя всегда с собой фотокамера. Такая работа, знаю. Отлично, капитан. Ну теперь садимся. Берегись. Стоп меня, раз так. Эх, да плачь. Орангутан! Меня бесит эта калоша! Гасить не надо! Всегда могут бежать? Мегаломан! Понятно! Трусливые тюлени! Торпедами их парень! Прыщи! Вот. Галактический генерал! Готово! Будем садиться! Наконец-таки мы сели курс на Британию. Земля! Так-то лучше! Вы как, капитан? Придется перейти на ту сторону! Там есть вход! Идемте! Аллан и его люди пошли туда! Ну, это уже все. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вам понравилось это видео, подпишись на мой канал, поставь колокольчик, поставь лайк, если тебе это понравилось это видео. Зайди в группу и подпишись на мою группу ВКонтакте. И будем общаться И еще зайди я в ВК, и мы будем с тобой общаться. Всем спасибо за просмотр, и всем бай-бай.